Еще раз, ребята, здравствуйте. Еще одно сегодня видео хочу вам показать. Ну, может, я думаю, многие знают, но те, кто не знают, я думаю, будет полезно. Особенно вот у кого небольшие участки, дачники, там, любители. Вот смотрите, есть такая зараза, которая может за день сожрать целую кучу нашей любимой клубнички, цветов и всего остального. Ну, не только клубнички. У нас... На украинской мове это олинка волохата. Ну, а там, не знаю, по-научному бронзовка мохнатая или аленка мохнатая ее называют. Вот такие вот жучки. Видите? Обычный способ, без химии, без ничего. Не знаю почему, но она очень любит синий цвет. Мы вот с Ириной ставили разные тазики. И красные, и желтые, но вот в них не хочет. А тут вот смотрите, 10 минут буквально, и уже две штучки плавает. Буквально только 10 минут. Не надо ни масла наливать, вот как светоловушки делают, ничего. Просто вода до краев не полная и синяя емкость. Мы сегодня попробовали, проверили, все это работает. А завтра привезем, ну, сами понимаете, много мисок, ведерок. Это дорого покупать, поэтому берете просто любую емкость, надеваете мусорный пакет синего цвета, ну или какой-нибудь другой пакет, главное, чтобы синий цвет, потому что вот именно почему-то они любят очень синий. И наливаете водичку, и вот поверьте, до вечера постоит, вы просто будете удивлены, сколько вы поймаете этих аленок. И этим самым спасете свой урожай. Все, вот такое вот коротенькое видео познавательное. Кому понравилось, палец вверх, комментируйте. Всем пока, спасибо.